На 80% сократить вредные выбросы в Днепр. Такой позитивный экологический эффект ожидают получить на комбинате «Запорожсталь» после возведения комплекса соляно-кислотного отравления цеха холодной прокатки. Всего в объект будет вложено более 700 миллионов гривен. Ход строительства нового участка сегодня проверил вице-премьер-министр Александр Вилкул. 250 строителей возводят новый комплекс соляно-кислотного отравления. Через два месяца их здесь будет в два раза больше, заверяет руководство комбината. Материалы по максимуму стараются использовать отечественные. Работы выполняет запорожский подрядчик. По словам заводчан, в этом проекте позитивный экологический эффект намного больше экономического. Это 12 тысяч кубов бетона, это 4,5 тысячи тонн металлоконструкций, это 60 километров трубопроводов, это 30 километров кабельной продукции. И это все для того, чтобы мы на 80% сократили сбросы в нашу реку Днепр. Более 700 миллионов гривен инвестиций. Около 500 миллионов – это только иностранное оборудование. Siemens Fi – это одно из лучших оборудований в мире. Полностью проект 700 миллионов. Не экономический, полностью экологический. Эта стройка может быть оценена не только теми миллионами и миллиардами, а самое главное, она может быть оценена через призму экологии. Сегодня мы присутствуем при реализации проекта, который позволит сократить вредные выбросы в реку Днепр практически на 80%. Масштабная модернизация шаг за шагом. Уже запущен базисный склад угля. Работает новая агломашина. Действует комплекс по вдуванию пылеугольного топлива в доменном производстве. На комбинате успешно осваивают новые технологии. Подход «Запорожсталь» в этом деле достоин подражания другими промгигантами, уверен вице-премьер-министр. Благодаря инвестициям, благодаря внедрению новых энергосберегающих технологий, уже в два раза, до 16 миллионов кубов, сокращено потребление газа. Серьезнейший результат. На 10% уже уменьшились выбросы в атмосферу. Мы, как социально ответственное предприятие, исходя из тех задач, которые нам поставил наш крупнейший акционер Ринат Леонидович Ахметов, и той финансовой поддержки, которую мы имеем от группы Мединвест, мы делаем этот проект раньше. Не тогда, когда мы должны были сделать в крайние сроки, а делаем его сейчас и планируем закончить до середины 2014 года, не дожидаясь 2017 года. В 2017 году все выбросы по комбинату «Запорожсталь» будут соответствовать не только украинским, а и европейским нормам. Я уверен, что те проекты, которые реализуются на мотор сечи, те проекты, которые сегодня реализуются в области ветроэнергетики, солнечной энергетики, все эти проекты как раз и позволяют быть лидером экономического и социального развития Запорожскому региону. Подобная комплексная реализация новых проектов позволит Запорожскому комбинату заложить основу стабильности работы на многие годы вперед. И главное, сделает предприятие конкурентоспособным на рынке. В этом мнении сошлись все участники рабочего совещания.